Состоялась презентация сборника песен певца и композитора Кентау Назарбека «Казагым жаса мәңгілік». На мероприятии прозвучали традиционные песни и произведения композитора. Кентау Назарбек родился в 1965 году в селе Караул Абайского района. С раннего возраста был близок к искусству. У певца имеется около 60 произведений. Кентау Назарбек – один из первых композиторов, который посвятил песню великому Абаю. Также среди его работ имеются такие произведения, как «Мен Газахпын», «Улы Ельме», «Кайда кетіп барасын», «Үш бақытым» и другие. Главное – это популяризация старых песен, ведь дух народа поднимает песни, в которых отражается мужество. Будет хорошо, если наш народ возродит наши духовные ценности. Я считаю, что сегодняшнее мероприятие тоже поспособствует этому. Вечер прошел хорошо, мне все понравилось. Собравшиеся на премьере сборника песен «Казагым жаса мәңгілік» отметили, что творчество Кентау Назарбека имеет свою оригинальность. Ізгілікті жалғай тұғын, әнмен жырым егіз екен. Кентау ағамыздың өз басын ғана емес. Работа Кентау Назарбека и его песни могут поспособствовать прекрасному воспитанию наших детей. Сейчас во многих семьях этого не хватает. Я хочу сказать, что я сам, а также представители общественного фонда, он же это Ахан, поддерживает его творчество. В нашей стране есть много артистов, которые учились у композитора. Они также поддерживают своего учителя и выражают ему безграничную благодарность за предоставленные знания. Один из них – певец Алибек Избасар, отличник культуры Республики Казахстан. Он спел около 45 произведений Кентау Назарбека. Кентау Назарбек дал нам очень многое. Песни, написанные на разные темы, нашли отклик в сердцах слушателей и сейчас известны в обществе. В ходе мероприятия известные в нашей стране певцы и представители художественных коллективов исполнили песни композитора. Ботагөз Дандыбаева, Аржан Таубекова, Эртыс Кушерхан, телеканал «Семей».